Так, сейчас леопардика угостим. Какая у вас вилка шикарная, телескопическая. Ну, их тут я видела два было, по-моему, принц и барон. Розочка, а тебе? Вот она хоть. Розочка, розочка. Идем, идем. Ой, бежит розочка, да? Роза, роза. Розочка. Сейчас мы тебе дадим, моя хорошая. Сейчас розочка. Ой, как мартышечка забрала. Держи, розочка, держи. Держи, моя хорошая. Своей гепардовой скоростью неслась. Да, они же быстро бегают. Кушай, хорошие шейки. Большие. Давайте ягуара пойдем угостим. Вон, 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 вон ягуар. Пойдемте. Накололи вы, да, Нель? Так, это интересно, мальчик или девочка? Это девочка. По-моему, девочка это. А где ж мальчик? Мальчик, тебе надо, чтобы не видеть. Так, это значит девочка. Это Даша, значит, да? Это да, это Даша. Значит, значит, лорд тоже где-то здесь. Он может с той стороны. Сейчас посмотрим, пойдем. Рычит, значит, он здесь. Так. Нет, ну, к мальчику с той стороны тогда подойдем. Значит, их нужно... Давайте леопардику. Все. Ну да, она что-то долго хрумкает. Большие шейки. А давайте ей повесим на вот эту вот, на сетку. Она возьмет, увидит. Да. А увидит она, вот она упала, она увидит. А я там постучу. Увидит, увидит. А я да, она долго хрумкает. Угу. Давайте леопардику. Почему-то один леопард. Второго пересадили куда-то. Все. Вообще здесь еще леопард один. Ну, здесь два их было. В той стороне, вот, где зеленый домик. Да, да, там еще один сидит, да, был. Может, рассадили их. Знаете, кому я хочу? Раджу и Диане еще. Раджу и Диану угостить. Давайте пойдем еще вот ягуару девочке дадим, а мальчик тогда с той стороны подойдем. Даша. Даша. Ой, какая Даша. Ест сразу, да. Вот она. Розочка кушает до сих пор, да? А вот она увидела вторую шейку. Вот она, все, взяла. Взяла вторую шейку. Да, пошла вторую шейку. Так, сейчас нужно нам лордика угостить тогда. И Раджу, и Диану еще. Много там шеек осталось?